Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Камон! Пойдем столько на свет. Что я включил? Нахуй не пиари твой трек. Зачем мне это делать? Бля, меня нихуя не видно. Это хреново. Блядь, извините, я думала, ты умрешь. Денис не умрет, всем привет. Ребята, есть класс Волгограда? Сейчас в Волгограде. Привет, привет, привет. Есть-то в Волгограде, ребят? Вас 22 человека. Кто-нибудь есть в Волгограде сейчас? В Волгограде. Блин, пойдем со мной на свет. Чё я тут стою как дебил один? Я стою как дебил. Привет, привет, привет. Давид Асанян, привет. Сергей Перваков, добавь друзья. Блин, попозже, чувак. Чуть попозже. Только. Не сейчас. Чуть-чуть побольше. Есть кто в Волгограде? С победой, спасибо. ВЛГ, бро, Саня Артаманов. Исчезаешь ты. Саня, ты с какого района, Сань? Не просто это. У меня сегодня выходное, мне скучно. Вот. Если кто есть в ЛГ, то гоу, короче, забухаем, отдохнем. Я приму в друзья, но попозже, ребят. Майлз лучше. Да, Майлз нормально. Только он, ну, со мной в батле зачитал тихо, а так нормальный чувак. Как дела? Да в порядке. Ты с советского? Нет, я с тракторного. Тракторный район. Надеюсь, вам понравился батлы. Батлы. Не только мой, но и сами батлы. В первом раунде, по-моему, было прикольно. Но второй, кстати, погорячей будет. Я уверен, что будет погорячей. Поэтому смотрите дальше. Там вроде классно. Смотри, бля. Бля, еще подержи камеру 5 сек. Я буханул просто, чтобы не быть в кадре. Ну, короче, какая-то дичь. Здорово, Властелин пишет. Ты же выйдешь из группы вместе с ПМом? Мы все выйдем из группы. По-любому. Как вам вообще батлы первого, короче, раунда? Вот. Мне понравились почти все. Ну, много кто не понравился, на самом деле. Но почти все понравились. Рок жив. Я не рокер, чувак, если что. Ну, в смысле, я слушаю рок-музыку, но я не рокер. Какие планы на выходной? Блин, отдохнуть. Я вот ищу с кем отдохнуть, если кто есть в Волгограде, кто не занят. А в районах, где мы, тракторный, да? Тракторного района. Да, в районах тракторного района, то есть Спартановки, ТЗР, то пишите. Изъеби всех и все, да, нормально. Просто батл пропитан эмоциями. Ну, слушай, мне вживую, кстати, батл намного больше нравился, чем на видео. Вот, как-то на видео не особо. Твой первый раунд был пиздат, спасибо. Мне больше всего понравился ПМ и Джона. Да, круто сделали. Мне очень нравился Джон за подачу, а ПМ по тексту. ПМ по тексту прям разъебал реально, мне вкатило. Так чё, ну кто есть из Волгограда, ребят? Круче, чем сделал Майлз. Ну, Майлза, слушай, все впереди на самом деле, пацан только учится. Мирон что после батла сказал? Мы разобрали минусы реально. Надо работать над тем, что плохо. Как тебе сальто смешарика? Бля, было охуенно. Я как бы, ну, знал, что он это сделает, и это было прям в тему и очень круто. Это самый охуенный момент из батла, я считаю. Но Витя Бови заслуженно победил в этом батле, но... Номер Савраса? Нет, нет. Иди сюда ко мне, со мной сниматься будешь. Нет. Ой, да ладно ты, боже мой. В Твиттере про второй раунд. Не знаю, знаешь, что сейчас делает смешарик? Деньги на бухло в Инстаграм собирает.
Не, ну деньги на бухло я пока собирать не собираюсь. У меня вроде как деньги, вы все увидите, ребят. Но по мне будет хороший батл, интересный. Прям прикольный. А куда Сашка делась? Она, короче, а, ну окей, 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 окей. Реванш с Парагримом будет, что думаешь? Блин, думаю, сделаем круто с Гришей. Гриш на самом деле крутой батловик. Из команды Смоки мне больше всего нравится как раз это Гриша, это Браги и Витя Боя. Ну, в плане батла, то есть того батл-рэпа, который мне реально нравится. Поэтому такие крутые чуваки. Я бы с ними забатлил. Это здорово. Блин, ну лицо как будто толстый. Прикиньте, чуваки, я толстый. Будешь на BPM, на BM подписываться? Не знаю, не знаю. Буду BM. С кем следующий батл? Все увидите. Как тебе Летай? Блин, Даня вообще, кстати, крутой чувак. Мне нравится. Мне не очень, ну, нравится он как батловик, но это немного не мое. Но мне больше всего нравится в Летай, что на батлах он искренний. Он реально, то есть на батлах, такой как в жизни, я знаю Даню. Даня мега охуенный чувак, с ним очень круто общаться. Он реально добрый. Добрый. У вас у города вокзал красивый. Ну, прикинь, у нас красивый вокзал. Ну, я бы не сказал, да, чувак, что прям красивый, но такой нормальный вокзал. Да. Я буду флипать, да. Где треки? Треки скоро, чуваки. Я пишу треки. Обязательно. Без треков пиздец. Подготовка батлов — это долго занимает времени, но про треки забывать нельзя. Привет, привет, всем привет. Кто из Волгограда, ребят? Пока выходной, подрывайтесь, отдохнем. Видел, как вокзал отделали? Да, кстати. Ну, сделали лучше, конечно, но много там неудобного. Вся команда получается. Ну, это каждому свое. То есть, кто добавляет, кто нет. Я всех добавляю, но добавлю не сейчас. Но я отдыхаю просто. Завтра я сяду, всех добавлю, всем спасибо. Летай, правда, чувак милый. Ну, насчет милого не мне оценивать, но человек хороший. Готов к батлу. Сколько готовился к батлу с Майлсом? Дней 8. Ну, вот так вот по тексту. Это дней 8 было на текст. Для МС долго готовиться унизительно. Ну, в принципе, да. Я долго ни разу не готовился ни на один батл. Я не могу даже сказать, хорошо это или плохо. Есть ребята, которые очень долго готовятся и делают крутые батлы. Вот, я готовился к Майлсу, ну, около 8 дней. Может, 7-8 вот так вот дней на текст. Ты уже готов к следующему батлу? Да, готов. В порядке все. Я в 2021 делаю предложение своей девушке. Как это сделал рэпер? Рэпер предложение девушке как бы сделал? Не знаю, я зачитал бы, наверное. Ты, панч и злость, только парадный флоу ритмика. Так батл огонь. Ну да, согласен. Флоу ритмика действительно страдают. Команда будет для тебя саму. Кто? Из команды Смоки или из моей? Я не успел прочитать. Самый сложный из команды Смоки, я сказал. Уже это Браги, это Парагрин и это Витя Бови. Ну, сложно в том плане, мне нравится, как они делают. Поэтому это будет самое сложное, наверное. А так, ну, остальные... Нет, чуваки. Точно нет. А из моей команды кто самым сложным? Блять. Слушай, сложно сказать. Оценивать своих же. Блин, как ни странно, наверное, Джон. Потому что Джон очень ритмичен, а я как раз такой, наоборот, в тексте не ритмичен. Мне кажется, он как раз самый сложный был бы для меня, потому что он мог бы очень круто сделать по ритмике. Джон вообще красавчик, Джону респект. Он охуенный нигер. Кто из Волгограда? Скажите мне. Салют, салют, Михаил, салют. Саня-то дозвонилась? Почему? А, ну понятно. Пацан просто с армии пришел. Кто менее импонирует с команды Смоки? Майлз. Ну, не в обиду ему, на самом деле, но он просто новичок. Очень много ошибок. Ошибка Майлза в том, что он, ну, факты какие-то не проверяет, может. По тексту и Джон по подаче, мне кажется. Ну, да.
Да. Представь Сеймура на ФБ-4. Блин, я бы очень хотел посмотреть Сеймура на ФБ против батла с Лехой. Я прям жду этот батл. Реально. Мне кажется, это будет круто. Но не в обиду Лехе сейчас, но мне кажется, Сеймур все-таки разъебет. Потому что Сеймур именно батловик, и Сеймур сделает круто. Как с тобой в ЛГ встретиться? Приезжай на тракторный, тракторный район. Если что, напиши мне в личку. Ура, давай только в дорогие. Я добавлю всех, но завтра, ребят. Не сегодня, к сожалению. Как Оксимирон в жизни. Блин, крутой мужик. Много что дельного действительно говорит. Это вы и в плане батла, рэпа и творчества. Мне нравится с ним общаться. Летай, как тебе. Я уже говорил, летай отличный чувак. Мне нравится. У Летая есть такая фишка, что он вот реально, многие говорят, что это образ, и мне писали, типа, там спрашивали, Летай образ это или нет. Блин, вот Даня в жизни и Даня на батле, это действительно вот такой единый человек. Ну, он правда такой, и это очень круто. Он действительно добрый чувак, и в этом есть что-то свое. Но если судить в плане батлу рэпа, мне это не близко. Добавь меня, Виталь, добавлю. Можно ли с тобой забухать? Чувак, если ты с Волгограда, прям сейчас приезжай. Вообще, прям свободно. Вынесли... Что? Секунду. Вынес БПМ, а вряд ли, чувак, вообще вряд ли. Я не на том уровне, что Влад. Оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал... Чувак, не делай ничего против батл-рэпа. И оставьте в погоне телеграм. Где ты сейчас? Тракторный район Спартановка. Сейчас. Если кто из Волгограда, напишите мне в ЛС ВКонтакте. Вот, я пока тут. Планирую в будущем писать треки. Я уже их пишу и планирую писать. Похо и Хэлла сегодня. Не, похоронила и Хэллоуина пока не смотрел. Казаха бы вынес, Энрейджа, думаю, да. Энрейджа, да. Но мне не особо близок стиль Энрейджа, кстати, по батлам. Ну, как-то там очень много воды. Я не люблю много воды в батлах. С другой стороны, там то же самое, ритмика, у него есть прикольные моменты, из которых я угораю. Это прикольно смотрится, но в плане батл-рэпа нет. Привет Узбекистану, привет Узбекистану! Четкий батл, спасибо всем. Не совсем четкий, на самом деле. Ну, на видео я не очень доволен то, что получилось. Вот. Надо лечить нервы. Самый минус моих батлов — это как раз нервы и то, что меня дохуя травит. Были мысли выехать из России? Из России конкретно нет, из Волгограда, да. Как отбатлил против Браги. Смотрите, батл. Я скажу так, небольшой инсайт по поводу батла с Браги. Мне этот батл реально понравился. То есть, ну, я считаю, это было здорово, честно. Привет Нижнему Новгороду, привет, ребят. А батл с Браги мне реально понравился. Как скоро будут треки? Ну, я надеюсь, в ближайшие недели две. В субботу бухнуть? Блин, в субботу вряд ли уже, чувак. Кто сейчас в Волгограде свободен, прям вот пишите. Привет из Кемерово тоже. Привет вам, кемеровчане, правильно я произношу? Кемеровчане. Вроде кемеровчане. Привет Кемерову, короче. Приезжай в РНН. В РНН Воронеж, в смысле? Я бы доехал, чувак, я сейчас пью, поэтому сейчас я точно доеду. Не боишься своё местоположение говорить в Волгограде? Нет, совершенно. Я просто держу район. Я просто опасный, поэтому вообще урок, правильно, урок. Я не рокер, кстати, очень многие пишут про рок-музыку. Я просто слушаю рок-музыку и рэп-музыку, то есть я не разделяю. И очень сильно люблю рок-музыку. Не сказал бы, что русскую, много из русской сейчас хорошего, но в основном западное. Вот, а так я сам по себе, то есть там не гоняю с патлами, там, я не знаю, там что сейчас в роке модно, какие атрибуты, как они живут, то есть, ну, я не из этого. Зеленоград, привет, Бали из ВЛГ, бро, ну, блин, слушай, тут, конечно, скучно. Вот я вернулся в ВЛГ и скучно, в Волгограде немного. Кто в Волгограде, чуваки, пишите.
пятницу, гоу. Чуваки, гоу сейчас. Зачем в пятницу? Зачем ждать до пятницы, когда можно сейчас выпить и отдохнуть? Кого из русского рэпа любишь слушать? Ну, в основном это новая школа. Вообще, очень здорово. Мне, кстати, нравится много из олдскула. Та же самая каста. Те же самые альбомы Smokey Mo. Не сказал бы прям, что альбомы, но есть неплохие треки. Спасибо, спасибо, спасибо. А так, из русского рэпа это новая школа в основном. Очень круто ребята делают. Как жизнь? Да нормально, чувак. Дать себе слабину, да. Слабину давать нельзя. Еще, ребят, у меня осталось минут 5. Кто в Волгограде, короче, может приехать на тракторный, чтобы выпить. Вот, пишите сейчас, напишите мне в личку. Я чисто ради этого зашел в трансляцию, поэтому не ждите там чего-то такого, ну, фееричного там, либо про ФБ, либо еще что. Кто, короче, в Волгограде, у кого есть время, есть желание, и кто сможет приехать на тракторный, ребят, приезжайте, пока выходной. Приезжай в Казань, бро. Блин, я бы прямо сейчас сорвался в Казань и поехал, но не могу, чувак. My Waves нормально, кстати. Кто в Волгограде и может приехать? Быстрее, ребят. 21-й, отличный чувак. Вообще, я 21-го слушал еще год назад. Еще до Rockstar трека, очень круто. Сложно слушать себе грязь в батлах? Да нет, как бы не сложно. А, помнишь, что ты на True Battle против Тилса говорил? Ну да, помню, конечно. Как тебе Лукимин? Блин, Лукимин крутой чувак. Мне очень понравился, кстати, в Горсвете его парт. Это было прикольно. Про Пандропа что-то спрашивали, я приебал. Пандропов крутой чувак. Знаете, что самое охуенное в Пандропове? Не сальтухи. Самое охуенное в Пандропове – это бухать с Пандропом. Как тебе Микси? Блин, Макс вообще крутой. Реально. Мне очень нравится подача Макса. Это реально круто. То есть, как Макс подает, Микси... Мадафака, Микс. Сленг зданий. Пиздец, нахуй. Поэтому Микси крутой чувак. Он затащит. Ребят, короче, кто в Волгограде, кто на тракторном, кто в Волгограде, пишите, пишите быстрее, быстрее, быстрее. Ребят, еще 2 минуты. Потом мне идти надо. Удачи, давай, спасибо. Как тебе Эминем вообще? Блин, ну странный вопрос, как любому рэперу Эминем. Очевидно. А? Да, я знаю, что батарейка, поэтому сказал, что 2 минуты. На 39-ю? Да. Зачем? А кто там? Пусть сюда приезжает, не впадлу ехать. Поцелуй Мирона от меня. Слушай, ну целовать не буду. Сколько тебе лет? 24 недавно исполнилось. Гоу, фристайл прямо сейчас. Чувак, я выпил, я не могу. Ты видишь, у меня язык заплетается, пиздец. Как тебе микс против Парагрина батл? Охуенно, кстати. Очень охуенно. Это тот батл, в котором, неважно, кто победил, это было охуенно. Ждите батлов, чуваки, блин, это круто. Реально. Мне, я же говорю, мне второй раунд намного больше понравился. Первого по батлам, по подаче, по панчлайнам, по прыжку дальнейших МС и дальше. Это было очень круто, мне очень понравилось. Когда сможешь встретиться в субботу еще? Блин, не знаю, если что, напиши в ЛС. Хаски? Блин, хаски спорно. Мне есть что прикалывает в хаски. Не в хаски прикалывает стиль. Но не сказать, что я бы прям треки репитил, но хаски прикольно. Короче, кто в Волгограде, кто сможет приехать на тракторный, в личку пишите, и мы, короче, забухаем. Сегодня, можно сегодня, у меня есть время. Вот, так что всем давайте, ребят, всем спасибо, всем удачи. Right.
перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.